Карачаево-Черкесия в числе трех регионов приняла участие в торжественном открытии новых объектов после капитального ремонта в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Церемония открытия объектов проходила в режиме ВКС на международной выставке «Форуме Россия» с участием заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Глава Карачаево-Черкесии вместе с главным врачом Исламом Джатоевым и коллективом медучреждения приветствовали участников церемонии из новой поликлиники Центральной районной больницы Малокарачаевского района в селе Учкикен. Теперь качественная первичная медицинская помощь станет еще доступнее и комфортнее для жителей не только села Учкикен, но и всего Малокарачаевского района, отметил Рашид Тимрезов. Я хотел бы еще вот слова благодарности не только лично от себя, а от жителей республики, от этого прекрасного, замечательного коллектива передать вам всем. Хочу вас заверить в том, что работу по улучшению системы здравоохранения мы продолжим и благодаря поддержке правительства Российской Федерации, конечно же, и региональные программы. И здесь в первую очередь, конечно же, слова благодарности нашему национальному лидеру, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.